Так, напишите-ка название небольшого параграфа. Такое. Косвенное взаимодействие электронов проводимости через фаноны. Косвенное взаимодействие электронов проводимости через фаноны. Температура сверхпроводящего
дальнейшего перехода будет в середине. Ну и очень быстро сообразили, что ну чего, с электронной точки зрения не меняется. Ни концентрация электронов, ни электронные волновые функции, ничего не изменилось. Заряд, так сказать, ионов не меняется. Меняется единственное только масса. А масса ионов приводит к тому, что меняются решеточные колебания. Значит, сразу было стало ясно, что известно, что дебаевская частота простейшей модели канонного спектра, она вот описывается таким же законом единицы напротив ДЭ. Ну и вот это, значит, так сказать, послужило толчком к пониманию, что если сверхпроводимость возникнет, то она, то есть электроны свяжутся в пары, то оно может только вот за счет фанонных колебаний. Другие пока механизмы, предлагаемые, не очень надежны. Но как на пальцах можно понять, так сказать, на пальцах физически? Я не буду приводить длинные фаверлиховские преобразования, пытаюсь дать 2-3 объяснения на пальцах, почему существует такой фанонный механизм и почему, значит, этот фанонный механизм вытяжения работает только для электронов, находящихся в узком пояске около поверхности Фермы. Ну давайте просто представить для начала такую палечную картину, как может возникнуть притяжение между электронами за счет колебания решетки. Вот представим, что у нас есть, значит, решетка, условно изображу ее, ионы решетки. Давайте нарисуйте, скажем, 4×4, что ли, такое. И в этой решетке есть, находится электронный газ, который, в общем, создает такую электрически нейтральную среду. Положительный заряд ионов компенсируется распределенным отрицательно заряженным облаком электронного газа. Ну вот представьте себе, что в эту область, где, так сказать, электронейтральность в среднем соблюдается, влетает откуда-то электрон. Скажем, движется электрон по такой-то траектории. Электрон легкий, движется быстро, ионы тяжелые, двигаются они медленно. Значит, электрон пролетает, когда он летит, он в этом месте создает отрицательный заряд. Значит, появляется здесь избыток отрицательного заряда, и к области отрицательного заряда начинает возникать притяжение ионов. Ну, вот эти дальние, более дальние слабо двигаются к нему. В общем, начинается происходить смещение ионов. Электрон улетел, но вот эти ионы-то сместились, значит, получилось изменение распределения заряда, и в этом месте, куда сместились тяжелые ионы, возник избыток теперь положительного заряда, потому что они сместились от положения, так сказать, компенсации. Тогда, если сюда теперь влетает другой электрон, если бы, как говорится, не было вот этого облака сместившихся зарядов, ну он бы, другой электрон, двигающийся в противоположном направлении, с противоположным импульсом, двигался сюда. Но из-за того, что здесь, как говорится, ионы фактически сместились в эти позиции, возникает центр положительного протяжения, и траектория, значит, электрона, движущегося, смещается ближе к этому вытягивающему облаку положительного переэкранированного заряда. Вот для того, чтобы такое притяжение сюда возникло, конечно, надо, чтобы вот этот первый электрон улетел довольно далеко. И с вот этим электроном на вторичных курсах уже практически не взаимодействовал за счет кулона, чтобы его экранировало в облако вот существующих здесь электронов. Ну, а вот фактически так, на пальцах
возникает протяжение, сближение между двумя электродами. Ну и эту картинку можно попытаться еще как-то интерпретировать на языке элементарных возбуждений. Давайте будем рассматривать абсолютную нуль температуру, T равная 0. При нуле температур нет никаких реальных тепловых колебаний фононов. Нет никаких, потому что фаноны выморожены при нуле температуры. Но в то же время электрон, двигаясь, может испускать виртуальный фанон. А этот фанон, несущий определенную энергию или импульс, может взаимодействовать с другим электроном. Ну, допустим, у нас, предположим, двигается один электрон с волновым вектором К1, и он испускает, так сказать, фанон с волновым вектором Q. То есть, значит, он переходит К1, значит, теперь переходит в состояние К'1, волновой вектор, у которого меньше на величину Q, он испустил фанон. С другой стороны, двигается электрон какой-то с волновым вектором К2, он этот фанон поглощает. Значит, его новый импульс К'2. Ну, попытаемся, значит, посмотреть на закон сохранения. К1 плюс К2 волновой вектор, ну, соответственно, давайте будет К' минус Q плюс К'2. Выполняется закон сохранения взаимодействующих частиц. Ну и давайте попытаем изобразим это графически. Вот движется электрон с волновым вектором К1. Так, испускает фазон Q, переходит в состояние К1. Двигается электрон К2, поглощает фазон Q, переходит в состояние. В тот момент, когда движущийся электрон испускает фанон, он переходит в другое энергетическое состояние и возникает колебание электронной плотности с частотой такой, омега, значит, была старая энергия эпсилон минус Q1, перешел в состояние с меньшей энергией эпсилон К1, ну и делим постоянную планку. Вот произошло колебание электронной плотности. В результате такого колебания электронной плотности пусть произошло, так сказать, локальное увеличение в том месте примерно, где движется электрон. Локальное увеличение плотности электронов. И к этому локальному увеличению плотности электронов после такого перехода могут начать притягиваться ионы. Притянулись ионы, создали избыточный положительный заряд, к этому положительному заряду притягиваются другие электроны. Такое притяжение будет существовать только в том случае, если колебания ионной системы, колебания фанонные, будут находиться в одной фазе, с колебаниями исходной электронной системы. Они должны находиться в одной фазе. То есть, когда там произошло смещение, то за счет движения электрона, то колебания ионов должно происходить так, чтобы они двигались в фазе, в том же направлении, куда сместился и, так сказать, электрон.
вливания в решеточной системе фанонные колебания можно рассматривать как вынужденные колебания. В качестве вынуждающей силы выступает колебание электрона. И эти колебания в фанонной системе за счет вынуждающей силы будут находиться в одной фазе только в том случае, если частота вынуждающей силы, будет меньше собственной частоты колебаний фанонов. Ну а так как характерная частота колебаний фанонов это энергия Дебая, дебаевская частота, то значит протяжение колебания в фазе будет происходить, если вот эта возбуждающая частота омега, при переходе электрона из состояния К1 в К1, будет меньше дебаевской частоты. Ну, это можно проиллюстрировать на примере простой задачи о колебаниях осциллятора. Простейшая модель решеточных колебаний, решетка, это набор осцилляторов. Модели Эйнштейна. Ну, давайте просто напишем простенькие уравнения механики для осциллятора с массой m, у которого собственная частота омега-0. Ну так как описать движение осциллятора? Вначале давайте рассмотрим случай, когда у осциллятора и на осциллятора не есть никакая возбуждающая сила. Ну тогда движение осциллятора одномерное. Мы пишем так. Масса, скорость, линейная вторая производная по времени смещения. Ну и возвращающаяся сила осциллятора в положении равновесия. Если этого дифференциального уравнения решить, то мы увидим, что возникает его, раскладывая в ряд Фурье, мы получаем, что мы придем к такому виду m омега 0 квадрат минус k, вот такому соотношению, где собственная частота колебания омега 0 квадрат есть К. Так, тогда теперь, значит, это вот если рассматривать свободные колебания осциллятора в отсутствии действующей на него внешней силы. Теперь, допустим, на осциллятор действует внешняя вынуждающая сила. Пишу, значит, часть, отвечающую без воздействия осциллятора, плюс теперь действует возбуждающая сила амплитуда F и вот с такой частотой E и омега T. Ну, начинаем решать это уравнение. Ищем подстановку X0 E и омега T. Подставляем, получаем омега квадрат X0 плюс омега квадрат X0 F на F. В результате и амплитуда смещения имеет такой вид. Амплитуда смещения осциллятора омега 0 квадрат минус. Что мы видим? Если омега 0 собственная частота больше, чем частота вот этого возбуждающего силы, то направление смещения положительное. То есть, если же обратное соотношение, то
Осциллятор тогда колеблется в противофазе просто по отношению к возлагаемой силе. Ну и поскольку, так сказать, в фотонной системе роль вот такой частоты энерговоли играет характерная частота фотонов порядка дебаевской частоты, вот, значит, энергия возбуждения там, электрона должна быть по модулю, она отсчитывается омега от уровня первой, должна быть больше, чем омега дебая. Ну, к этому вопросу можно еще подойти вот не из таких простых квантово-механических рассуждений. А давайте вспомним, что я вам рассказывал в методе функции Грина месяцев 8 тому назад. Я напомню, что когда я рассказывал вам методы функции Грина, а функции Грина нужно вычислить, чтобы определить энергию, так сказать, колебания электронной системы, энергия колебания электронной системы с учетом взаимодействия определяется из полюсов функции Грина, мы писали, рисовали некие графики взаимодействия. Ну вот, допустим, у нас между электронами есть какое-то электрон-электронное взаимодействие между электроном с импульсом К и К'. Где К это в общем случае включает в себя четырехмерный импульс, пространственный импульс и частота. Вот. Сперва мы рассматривали движение электрона, просто кинетическую энергию, а потом начинали учитывать взаимодействие. Как выглядит, значит, у нас учет в наинизшем порядке теории возмущения вот этого межэлектронного взаимодействия. Мы рисовали вот такие графики. Самый нижний порядок. Вот функция Грина и взаимодействующего электрона G0K. Электрон распространяется, функция Грина это отражает процесс распространения. Затем испускает квант взаимодействия ВК, ВК'. Здесь идет теперь электрон с импульсом К'. Потом, скажем, поглощает опять снова этот квант взаимодействия ВК. Ну вот, взаимодействие электрона в данном случае описывается процесс самодействие электрона, самодействие. Ну вот он так. Можно рисовать двухчастичную функцию Грина, где я тогда бы начал писать вот так. G0K, G0K1, G0K'. Квант взаимодействия. Вот так. G0K2, G0K2. Вот, так сказать, на языке функции Грина вот этот же самый процесс, описанный с помощью, сказать, матричного элемента импульсного пространства электронного взаимодействия функции Грина. Ну вот, давай. Это такие у нас графики получались, когда мы рассматривали чистое двухчастичное взаимодействие в системе электронов. Потом мы начали рассматривать, когда забыли про существование электрон-электронного взаимодействия, стали рассматривать взаимодействие электронов с фононами. Тогда у нас процесс самодействия электрона со спусканием фононов у нас записывался в виде такого графика. G0K. Так. G0K.
возникали вот такие вершины. Здесь жирный штрих. А вот здесь возникала фанонная функция Грина. D0K. Получалось, что графики совпадали один в один, то есть фактически электрон фанонное взаимодействие k минус k штрих. Это есть g квадрат на фанонную функцию Грина. А что из себя эта фанонная функция Грина? Мы ее нашли. Мы ее там сосчитали в модели Дебая, фанонную функцию Грина, взаимодействие, сказать, с этими акустическими фанонами, получилось, что она имеет вид такой. Омега квадрат минус омега квадрат К плюс ВД. Омега 0К это есть У на модуль К. Скорость звука обычно. Вот, значит, у нас была такая функция Грина невзаимодействующих фанонов. Теперь, значит, давайте-ка посмотрим вот на это электронно-фанонное взаимодействие эффективно. Значит, с учетом вот этого вида фанонной функции Грина мы можем записать g квадрат v квадрат минус h штрих. Есть ну, вот это число. Потом
где-то по омега дебай она переходила бы так, как-то вот так менялась. Если работать с вот этим точным выражением для электрон-фанонного взаимодействия в модели Дебая, то значит при малых энергиях между двумя взаимодействующими электронами у нас возникает притяжение отрицательное, при больших разницах энергии отталкивание. Что делает БКШ? Они фактически вот это эффективное взаимодействие заменяют ступенькой область отрицательной. Вот это модельное взаимодействие БКШ. А вот эту отталкивательным вкладом от фанонов в электроны они фактически пренебрегают. То есть вот откуда взялась такая оглубленная модель, описывающая, что при малой разности между, так сказать, энергией двух взаимодействующих электронов в пояске около энергии Ферми возникает у нас притяжение. Ну, не учитывается, скажем, вот этот хвост отталкивательный, связанный с фотонами. Ну, считается, что на фоне кулоновского отталкивания, которое оно должно учитывать, оно несущественно. Есть точная наука, которую развил академик Ляшберг Иосиф Матвеевич, где все рассматривается не с помощью вот такого модельного гамильтониана, как модели БКШ, а рассматривается точно с учетом электронно-фотонного взаимодействия с вот этими фанонными функциями Грина, с учетом вот такого изменения потенциала взаимодействия эффективного через фаноны, получены довольно сложные интегральные уравнения Ляшберга, ну из которых после всяких там ухищрений где-то численных, где-то аналитических, фактически получаются качественные результаты более весьма близкие к результатам модели БКШ. Вот, давайте на этом поставим точку в вопросе о косвенном взаимодействии электронов через фотон. Так, напишите название следующего параграфа. Параграф 10. Модель БКШ при конечной температуре или метод среднего поля. Или метод среднего поля. Модель БКШ при конечной температуре или метод среднего поля. Подпункт 10.1. Приближение среднего поля для гамильтониана БКШ. Приближение среднего поля для гамильтониана БКШ. Гамильтониан мы еще упростим дополнительно в сравнении с тем, что мы так редуцировали.
давайте запишем Ньян Бекаша исходным видиком. Ребята, выключите самое вентилятор. Понимаю, кто поверил. Вот он налево. Там он тот. Что включил? Да, мы батарейки сели просто. Включили, не включается? Да, у него батарейки сели просто. Это не то. А тут батарейки возьмите. Может, подойдут? Да, не знаю, тут непонятно, как добраться до батареи. Другой кнопку нажал? Нет, ну просто ему хватило мощности передать. Ну, что-то все равно. Ну ладно, давай. Должен гореть. Так, давайте-ка подумаем. Просто если 3 часа рассказывать под вентилятором, то это говорится. И хотелось бы простыть, у меня неделя напряженная. Так. Еще какой-то Ньян Бекаша. Кинетическая энергия исходная. Для электронов со спинами вверх, электронов со спинами вниз. Плюс взаимодействие Бекаша. Включается взаимодействие между парами электронов с противоположно направленными спинами. Что было принципиально новым, когда рассматривали основное состояние этой системы по явлению температуры? Принципиально новым было то, что при температуре абсолютного нуля у нас в спектре элементарных возбуждений возникала щель. Вот такая щель, щелевая функция. Ну, здесь потенциал взаимодействия. И вот эта щелевая функция в расчетах Бекаша описывалась через некий коэффициент U и V. А эти коэффициенты, как оказывается, в свою очередь, они V и R1. Среднее по основному состоянию системы от такого от пары вождения операторов, от двух операторов вождения, вписывающих вождение пары. И здесь то же самое. Вот. Минус К1. Появились в основном состоянии при возникновении пары среднее число куперовских пар, число этих куперовских пар спаренных электронов отлично от нуля для температуры.
Напомню, что в нормальном состоянии воли, в нормальном состоянии, очевидно, что если мы будем рассматривать состояние системы при конечных температурах, то нет, при нулевых температурах, до тех пор, пока есть сверхпроводимость, должно существовать отличное от нуля значение среднего числа кутеровских пар. Сверхпроводящем состоянии. Состояние. Где? Значит, вот когда я пишу угловые скобки, то я просто понимаю уже усреднение по всем волновым функциям, собственно, волновым функциям Гамильтониана БКШ, взятым с различными весами, с различными энергиями. Ну, это, значит, естественно, описывается вам известной формулой из статистической механики, что если чего-то ты тут усредняешь, я это усредняем обозначил условно тремя точками, то это вот надо сосчитать такую вещь. Термодинамическое среднее значение, будет нормировки, беленая на шкуру. Вот такой экспонент с гамильтонианом, с отцом. Где бета, естественно, и обратная тепловая энергия. Давайте, значит, будем пометовать, что при конечных температурах, пока есть сверхпроводящее состояние, должны быть не нуль, вот такие средние, аномальные средние, они называются. Фактически эти вещи характеризуют наличие сверхпроводящего порядка. Или, значит, должна быть не ноль, вот такая средняя тоже Пармитова сопряженная. А минус К1 вниз, А К1 вверх. Тоже должна быть не ноль. И вот давайте учтем вот это важное обстоятельство. И преобразуем наш гамильтониан, вот часть взаимодействия, выделив в нем, так сказать, постулировав в нем существование таких аномальных средних гамильтониан исходов. И выполним. Перейдем в нашем гамильтоняне вот в этой части к движению среднего поля. Делается такая процедура во всех гамильтонианах твердом, изучаемых в твердом теле, одним единственным стандартным образом. Вот есть какая-то у нас группа операторов. Я вам такую процедуру делал, когда рассказывал на занятиях по функциям Грина, рассматривали гейзенбергский ферромагнетик. Там я рассматривал проекции спинов операторов, уделял среднее значение проекции спина. Здесь я, значит, рассматриваю оператор рождения куперской пары. Беру оператор рождения куперской пары. И тождественно его записываю так. Выделяю среднее значение оператора рождения куперской пары. Плюс добавку, которую я зову флуктуацией оператора. Она представляет собой вот такую разность. А плюс.
абсолютно точное преобразование выделил какую-то постоянную величину, эту постоянную величину вычислил из оператора. Ну, давайте это, значит, обозначим так. А вот эту круглую скобку обозначу буквой дельта условно. Флюктуации. Теперь я берусь за гамильтониан взаимодействия. Гамильтониан взаимодействия. Сумма АК А1, Р, К, А1. Так. Вот, значит, оператор вождения куперовской пары. Записываю его так. Ну и, соответственно, вот это оператор уничтожения куперовской пары. Представляет в таком же виде. Среднее значение оператора уничтожения. Плюс флуктуации. Все пока совершенно точно. Никаких приближений еще не сделано. Теперь начинает перемножать вот эти две квадратные скобки. Среднее на среднее. Среднее на эту флуктуацию. Среднее на эту флуктуацию. И по идее, значит, надо перемножить еще флуктуацию на флуктуацию. Так вот, приближение среднего поля состоит в том, что вот этим последним вкладом, произведением флуктуации одного оператора на флуктуацию другого, пренебрегает. Вот это приближенное преобразование. В результате мы получаем такую штуку КК1, ВКК1. Так, плюс так, флуктуацию. Так, ладно, плюс. На флуктуацию вот этого оператора. Если, давайте, тогда, когда мы подставим в явном виде эти произведения, мы получаем следующий результат.
Так, после явной подстановки получим так, значит, у нас получился в нашем гамильтониане взаимодействии неоперативный кусочек какой-то. Вот это просто, как говорится, неоперативная часть. Какая-то постоянная функция. Давайте я его условно, вот эту постоянную функцию, ну, условно назову константа. Можно любой образом обозначить. Плюс вот такие штуки. Так, один. Это К1. Плюс К вверх. А плюс минус К вниз. Так. Вот в этом белом члене индексы суммирования К и К1 поменяю местами, учитывая, что В К1 равняется В1К. Просто симметрии потенциала взаимодействия. Ну и что теперь остается у нас? У нас остается... Так, ну вот этот первый неоперативный член не будем переписывать, явно видимо пишем константа, плюс так. Ну и последний штрих. Так, предположим, что мы по индексу К1 отсуммировали с вот этими, с аномальными средними. Тогда у вас возникнет какая-то щелевая функция. Обозначу константа. Давайте обозначу так. Минус сумма по К штрих. Дельта К. Плюс. Вот. Где я ввел краткое обозначение для краткости? И орбитово сопряженный кусок, точно такой же А плюс.
Вот, значит, теперь будет подключение. Очевидно, что поскольку теперь вот эти аномальные средние усредняются с температурной матрицей плотности, шкуры берется там экспонента Е минус бета H, вот они зависят от температуры, то и вот эта щелевая функция тоже будет зависеть от температуры, в отличие от температуры абсолютного нуля. В итоге эмильтониан БКШ приближение среднего поля записываем таким образом окончательно в том виде, в котором мы будем с ними работать. H, ну пишу Минфилд БКШ. Неоператорная часть, я не выписываю ее, потому что в моих дальнейших расчетах не понадобится. Если бы я считал свободную энергию, то мне, конечно, понадобился явный вид в этой постоянной части, сейчас мне он не будет нужен. Кинетическая энергия. Взаимодействие приближения среднего поля. Вот, значит, вот этим эмильтонианом мы и будем заниматься. Теперь наша задача состоит в том, чтобы найти вот эти щелевые функции, которые характеризуют порядок в нашей сверхпроводящей системе. Ну и определить, что можно из этих щелевых функций, там, характеристики сверхпроводящей системы. Напишите пункты 10.3, самосогласованное уравнение для щели дельта А, при конечной температуре. Самосогласованное уравнение для щели при конечной температуре. Ну давайте сделаем краткий перерыв, минуты на 3. Наша задача с помощью этого габельтониана вычислить такую штуку, среднее значение оператора числа куперовских пар, корреляты. Проще всего, с моей точки зрения, эту задачу решить в методе двухвременных функций Грина. В том году, когда я вас грузил разной гранистикой, вначале я там, перед тем, как рассказывать всякую интегральную технику, упоминал, что есть еще температурная, двухвременная техника функции Грина Галюкова-Тиарникова. В рамках этой техники довольно легко считается вот эти средние значения, если, так сказать, мы работаем в приближении среднего поля.
в этой технике, я напомню, существует такая формула. Вот если есть какие-то два оператора А и В, и надо найти их среднее значение в один и тот же момент времени, в принципе, можно искать, когда один оператор берет свое время Т, другой какое-то другое время Т1. Но вот если в один и тот же момент времени есть такая формула. Прошлогодних в лекциях прошлого семестра она выведена. Так, мнимая часть двухчастичной функции Грина, одночастичной функции Грина А, П. Надо взять Фурье-образ в энергетическом пространстве. Функцию Грина я брал, люблю брать опережающую, а не запаздывающую. Тогда к энергии делается вот такая бесконечная малая мнимая добавка, и значит двери минус так. Вот здесь стоит либо минус единица вместо этой буквы это для фермийских частиц, значит, либо плюс единица для частиц Бозе. Такая формула была нами выведена, и мы ее будем использовать. Ну вот, для того, чтобы нам найти среднее вот от этих двух операторов, нам надо рассмотреть двухвременную функцию Грина такого вида. Строится она из операторов, в роли оператора, ну допустим, B выступает вот этот оператор, значит, нам надо взять A, хвостовой оператор спереди, значит, А плюс минус А минус Т, А плюс А F'. Вот такая двухвременная функция Грина. Расписываю более подробно, что эти двойные угловые скобки обозначают. Значит, надо взять мнимую единицу, ступенчатую функцию по времени. Так, дальше. Среднее значение от антикоммутатора двух фермийских операторов. Что антикоммутатор я помечаю знаком плюс в квадратных скобках. Вот. И всю вот эту конструкцию давайте для краткости я буду обозначать одной буквой. Вот всю эту длинную конструкцию я обозначу буквой. Начинается с того, что пишется уравнение движения для этой функции. То есть вот эта функция дифференцируется по времени. Ну, мне для удобства еще при дифференцировании выгодно написать впереди мнимую единицу. Можно и не писать. Так, расписываю в явном виде и d под t. А вот от всей этой дифференцируем по частям, значит,
дифференцируем ступенчатую функцию, дифференцируем этот оператор. Результат дифференцирования ступенчатой функции. Так, что нам дает? Так, минус дельта t штрих минус t от dt. Так, а вот это есть минус дельта функция, умноженная на среднее значение. Напоминаю, когда я пишу здесь t, я имею в виду, так сказать, гейзенберговское представление операторов. Это забыл напомнить. И, например, a плюс t, t это из e и t h. Так, это мы продифференцировали первый сомножитель. Дальше, что нам надо? Плюс, а, значит, это t, минус t, так, минус просто, t штрих минус t, так, а, ладно, и оставим, здесь это одно, а будем писать так вот. И d по dt от первого оператора. Так. Ну ладно. Видно, что нам надо записать уравнение движения вот от оператора в гейзенберговском представлении. Если там опять-таки дифференцировать по кускам, получится и d по dt a плюс минус ap. После дифференцирования обкладок получим вот такой ответ. Между этим оператором и гамильтонианом. Смотрим на наш гамильтониан ВКШ и начинаем считать в лоб коммутатора. Тогда А плюс минус А вниз. Винфилд ВКШ, как это все считать, дает следующий ответ. Минус дельта К А вверх, минус эпсилон К А плюс минус К вниз. В итоге что мы имеем? Да, в итоге что мы имеем? Давайте учтем вот еще в первом члене. Первый член, из-за того, что здесь стоит дельта-функция, надо вот эти операторы взять в один и тот же момент времени. Тогда что мы имеем? А плюс минус К вниз, А плюс К вверх антикоммутатор. Согласно фермерским перестановочным соотношениям, такая штука ноль. Значит, вот этот первый член вообще обратился в ноль у нас. Ну, а
Если вместо вот этого коммутатора поставить результат вычисления, наше уравнение движения примет элементарный вид. ddt мы продифференцировали вот эту нашу функцию времени, получаем минус дельта k вот от этого члена возникает следующая вещь ЖКТ минус Т штрих
итоге мы получили два связанных уравнения первого порядка для двух функций времени. Ну, в общем, выписываю эту систему уравнений окончательно. Так, значит, в итоге выписывать систему уравнений I, D, DT, функция Грина, ДТ, ДТ, штрих, дельта функция в виде произведения двух множителей.
Е. Так что нам надо здесь добавить вот сюда
И вот сюда мнимые добавочки. Тогда, если добавить эти мнимые добавочки, раз, мы выделим вклад в смысле главного значения и вклад пропорциональный вектор функции. Мнимая часть от этого выражения – это вклады пропорциональные дельтафункции. И еще поделим на единицу на π, которая заживет вот этот коэффициент. Значит, получается, мнимая часть… Так, давайте. Если взять нему часть, ответ выглядит так. Так, плюс разность двух вектор функций Е. Так. Знака минуса пойдет впереди вот этого выражения. Так, минус. Вот этот числитель мы с вами сосчитали. Вон он. Подставляем этот числитель теперь под интеграл. Дельта функции, конечно, снимает интеграл по Е. Значит, когда мы подставим этот числитель под интеграл, дельта функции снимут интеграл по Е, и у нас получится уже окончательный ответ. Так, после подстановки мы получаем А плюс КР, А плюс минус К вниз равняется. Минус дробь. Вот такое выражение. Так, еще площадь, сейчас мы его сделаем. Давайте-ка что сделаем? Вот здесь этот первый член умножим на Е с плюсом числитель и знаменатель. Уничтожим Е с минусом. И сложим общий знаменатель, проведем общий умножитель. Когда ответ будет так. Там где-то,
вот откуда мы, начали, вот как мы получили. Ну, а теперь нам осталось только записать самосогласованное выражение для вот этой величины дельта К, для щелевой функции. Вспоминаем, как она, щелевая функция, записывается. Значит, она записывалась в таком виде, дельта К, минус суммирование по импульсам в ограниченном поиске, А плюс К1 вверх, А плюс минус К1 вниз. Для коррелятного выражения получено. Подставляем явное выражение для коррелятного. Ответ вниз. Так. Ребята, тут я не пропустил. Фу, черт. Простите, заторопился. Верно написано. Вот этот множитель. А. Это а потом тангенс. А потом уже тангенс идет. Коэффициент неверно написал при тангенс. Подставляем туда, значит, и все выглядит так. Минус 1 вторая, сумма К1, В, К1, дельта К1, тангенс гиперболический. Мы получили самосогласованное уравнение для щелевой функции. Но теперь это уравнение содержит множитель, зависящий от температуры. Естественно, результат решения тоже будет зависеть от температуры. Обратим внимание, что если мы температуру погоним к нулю, тангенс от бесконечности – это единичка, известная вещь. Тангенс, когда перейдет в единицу, и наш результат станет ΔK минус 1 вторая сумма К1 ВК1 ΔK1 Вот если устремить температуру к нулю, тангенс надо заменить просто на единицу. А что тогда у нас получится? А у нас получится уравнение ГКШ для щели при нулевой температуре. Все, как следовало, нормальный переход. Тогда вспоминаем, в каких приближениях мы решали вот это уравнение ВКШ по нулевой температуре. Мы решали в следующих приближениях. Мы будем их использовать теперь и при конечной температуре. Во-первых, вот этот потенциал взаимодействия заменили на константу вот в этом узеньком поиске около энергии Ферми. Во-вторых, вот
это ограниченное суммирование по импульсам внутри пояска Ферми заменили интегрированием по плотности состояний, а плотность состояний посчитали постоянной по всему этому пояску и взяли ее значение на уровне Ферми. То есть это переходит к вот такому. Интеграл от минус h омега дебая до h омега дебая, ну, интеграл по ДЕ, по энергии, ДЕ все равно. И приняли температуру, когда мы решали наше уравнение, у нас ответ был вот такой. Из этого уравнения приняли температуру, у нас получилось, что если выбрать такой потенциал взаимодействия, то щель не зависела внутри этого пояска. Эта функция дельта существовала только внутри пояска, но не зависела от величины k и e. Поэтому мы ее получили такой ответ дельта 0, h омега дебая, экспонента минус единица на v. Ро-ноль, плотность состояния. Вот для нуля температуры надо получить. В равна Давайте теперь используем те же самые приближения для решения нашего уравнения при конечной температуре. Потенциал взаимодействия заменим постоянной величиной внутри этого пояска. Плотность состояний будем считать постоянной внутри этого пояска. В результате этих манипуляций щель перестанет зависеть у нас от величины волнового вектора или импульса внутри этого пояска. Вне пояска она будет обращаться в ноль. И получится такое уравнение. Дельта 1 вторая в ро 0 минус h омега дебая на h омега дебая d эпсилон дельта эпсилон квадрат плюс дельта квадрат тангенс эпсилон квадрат плюс дельта квадрат на 2 кавалета. Вот наше уравнение самосогласования, во что перейдет с учетом вот этих наших двух приближений. Естественно, мы смотрим, здесь дельта, ничего не зависящее, здесь дельта под знаком, из-под знака интеграла выкидывать можно. Тогда учтем симметрию подинтегрального выражения по эпсилон и окончательно запишем самосогласованное уравнение для щелей при конечных температурах. Единица v равно 0 от 0 до h омега дебая, то есть интеграл удвоим, но теперь интегрируем от 0. Температура опять-таки тангенс обратится в ноль, то есть в единицу, и у нас останется уравнение Бакашата щели, которое мы, по-моему, вот этот ответ я вам писал. Давайте пойдем чаю попьем, и значит я поговорю по решению этого уравнения. Потом, надеюсь, появится Игорь Александрович.